Весной батареи в бывшем общежитии на ЧМЗ исчезли. Произошла авария, радиаторы потекли. Коммунальщики их срезали. Обещали отремонтировать и вернуть. Вот только уже за дополнительную плату. Жильцов стали просить деньги за установку их же батарей. Я понимаю, ну хорошие батареи, чугунные, почти практически чугунные 100 лет. 100 лет. Горели, хорошо, у нас всегда тут тепло. Добиться справедливости от коммунальщиков собственникам жилья не удалось, поэтому они обратились за помощью к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. В подъезде когда срезали? Тоже весной? Он побывал в жилом доме, переговорил с руководством управляющей компании и, как по волшебству, батареи вернули бесплатно. И была оказана моментальная помощь, такую помощь только скорая помощь оказывает. Новые батареи поставили, все отлично. Об этом жители бывшего общежития решили лично рассказать депутату, когда второй раз пришли к нему на прием уже с благодарностью. Очень хороший бизнес, в кавычках, когда ты у человека что-то отнял, а потом говоришь, хочешь, чтобы я тебе вернул, давай плати деньги. И когда этим занимается управляющая компания, ну, это вызывает не то, что недоумение, это просто похоже, ну, на мошенничество. Для решения коммунальных вопросов горожан была создана горячая линия. Пожаловаться на бездействие или наоборот, незаконные действия управляющей компании можно по телефону 776-38-42. Отдел информации 31 канала.